Отлично играли, выполнили план на игру, поэтому победили. Игрой довольны? О, конечно. И результатом тоже. Какой был план на игру? Забить гол. И победить? И победить. А куда делся Малтинина? Он получил травму на тренировке, поэтому ему надо паузу. Надеюсь, что восстановится как только быстрее. Как вот такой можно. А Агиев выходит второй раз во втором тайме. Это считают можно, что он не тянет 90 минут или почему так такое решение? Потому что думали, что он. Извините. Думали, что подустанет соперник, и он как раз на свежачка выйдет. И в принципе он и сделал практически его передачу. Была. Конечно. Чё-то мы затянули. А по прогнозу Малтининов, насколько? Две недели.